لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. дорогие братья мусульмане, сегодня мы расскажем о достоинстве и почете религиозных образований. Что касается религиозных образований, это почет тому, кто его учит и обучает. Потому что цена науки рассматривается, смотря на то, чего наука изучает. Рассказывается, передан нам хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, муслим Бухари передает данный хадис. Говорится, «Ман уридиллаху бихи хайран юфакиху фиддин» — человек, которому Всевышний Аллах захотел добра этого и того мира, Всевышний Аллах этого человека одаряет понятием религии и образованием религиозных наук. Так что нам следует, чтобы мы всегда старались, чтобы наши дети, сыновья, братья, младшие и сами мы по возможности старались приобретение религиозных наук. Потому что в нем заключается наилучшее, что есть на этом и на том свете. Потому что в данном хадисе есть содержание, которое прямо на это указывает, что это и счастье на этом и на том свете заключается в том, что человек имеет религиозное образование. Что касается счастья этого дуня, то в тафсире говорится, Куртуби говорит, рахима Аллаху, что Сулайману, алейхиссалату вассалам, пророку было выбор дано, предоставили ему выбор: выбирай знание, науку исламскую, или же имущество этого мира, или же правление. Он выбрал только науку, а все остальное ему вместе с этим отдали. Имеется в виду, когда он выбрал религиозные знания, ему и имущество, и правление вместе с этим подарили. Имеется в виду, потому что он уже этим может править. А что касается счастья будущей жизни, вечной нашей жизни, которой мы еще больше должны заботиться о ней, то пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в хадисе, который передает Усман ибн Аффан, разиаллаху анху, хадис под номером 4321 хадисе, ибн Маджа передает, пророк сказал, саллаллаху алейхи вассалам, в судный день заступничество будет трем категориям людей. Первое – это пророки, алейхиссалату вассалам. Они заступаются за каждой своей уммой. Второе – ученые говорят. Представляете, после пророков идет степень ученых. А в третье – люди, которые получили смерть мученика, получают разрешение на заступничество. Так что хотелось бы нам, чтобы наши дети оказались в числе тех, которые имеют возможность заступиться за своих родителей. Мы же знаем, какие трудности нас ожидают в судный день. Это страх, который будет в судный день, это умонепостижимый страх. А какая надежда человек имеет, если у него сын ученый, который обладает религиозными знаниями? Или же он сам имеет этих образований и может заступиться за себя, за семью свою, за родителей свои. И как бы нам захочется в тот день найти своего сына в числе того, кто имеет возможность заступиться за своих родителей. В Коране говорится «Вакуллю атин кариб бадаль басмала», что каждое, что ожидается, она очень близка. Мы должны знать, что этот день очень близкий день. И нужно заботиться, чтобы мы оказались в безопасности в тот день. Так что
в науке, исламском науке заключается счастье этого мира и мира будущего, иншаллах. И родители всегда должны заботиться, чтобы своим сыновьям, детям прививать любовь к этим наукам. Потому что, имея эти науки, они всегда найдут своих детей людьми, которые заботятся о себе, о старших и о младших. В Коране, где говорится о почете ученых и образовании религиозных, говорится, бисмиллахир рахманир рахим, «Ярфау Аллаху ладзина аману минкум». Всевышний Аллах поднимает в степеня люди, которые уверовали из вас. Уверовали из вас. «Валлазина утуль ильма дараджатин». И люди, которым дано религиозное образование. Всевышний Аллах возвышает этих людей в степеня люди, которые имеют религиозное образование и уверовали. А если так спросить, человек сможет уверовать в Всевышнего Аллаха? Или же последовать за пророком? Или же любой из столпов ислама выполнит, не имея религиозного образования? Конечно, нет. Конечно, нет. Человек, не понимая формулы шахада, у него полноценного даже имана не бывает. Так что религиозное образование – это фундамент наших деяний. Это фундамент наших деяний, и его надо всегда укреплять. Когда Бухари, рахима Аллаху, составлял свою книгу, он начинает свою книгу с трех тезисов. Обратите внимание. Он начинает свою книгу в пояснении откровений, вахью, которое было, получил пророк, саллаллаху алейхи вассалам. И он указывает этим тому, что человек получает образование путем откровений, а не путем размышлений. Надо это очень даже нам заметить, потому что западные философы очень стараются нас разъединить от этого очень важного составляющего в религии ислам. То, что мы всегда говорим, исламская наука, она основана на откровении, которое получил пророк, саллаллаху алейхи вассалам. А они, восхваляя пророка нашего, саллаллаху алейхи вассалам, говорят, он был чрезвычайно умным человеком. Он был очень развитым человеком, таким личностью. И восхваляя его, они притупляют наше внимание от откровений, которые получил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Но Бухари, когда составлял свою книгу, он начал, что наша наука исламская, она основана на откровении пророка, которое было ниспослано Всевышним Аллахом. Во-вторых, он начинает от пояснений. От пояснений он начинает просто науки, от того, что было послано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам, от ученого и ученика. Второй баб он поставил, бабуль-ильм. Этим он хочет пояснить, что эти оба человека, ученик и учитель, которые изучают религиозные знания, эти оба человека изучают ту откровение, которую получил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Представляете? Когда мы вначале сказали, что цена, достоинство любой науки – рассматривается, смотря на то, чего они изучают. Наши сыновья и мы самые сегодня имеем возможность изучать откровение, которое получил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, от которого исходит от самого Всевышнего Аллаха и получал сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. И какова степень этой науки? Вот почему возвышается степень учителя и ученика в науке ислама. Мы всегда говорим, что средством, которое постигает каким-либо целям, рассматривается цель этих средств, смотря на цену того, чего они изучают. Так что религиозные науки имеют разные направления. Самая основная из них – это единобожие.
Ильму тавхид, как мы говорим, которым всем доступным языком. Ильму тавхид. Многие называют его усулом, основом. Потому что на нем основана наша религия. Так что мы сегодняшний день, альхамдулилля, конечно, мы должны восхвалять Всевышнего Аллаха, что имеем возможность изучать этих наук. И мы имеем доступ к этим наукам. А потом он начинает, после того, как он начал пояснение вахью и знаний, цену знаний, имам Бухари начинает просто пояснять об имане, о вероубеждении. Почему? Потому что вероубеждение – это первая обязанность мусульманина, которую он должен всегда укреплять и укреплять. Совершением грехов вера человека становится слабее и слабее. А совершением ибадата, поклонением, вера человека укрепляется и укрепляется. Так что степень человека возвышается, смотря на его богобоязненность и его крепкость имана. При составлении книги юриспруденции всегда говорится, вот такая вот очень доступная правило есть, «Аль-Хильму» – изучение науки, «Хайру ма унфикат фихи нафайсуль аукат» – лучшее, куда вы тратите время, ваше драгоценное время, лучшее, куда вы можете это драгоценное время тратить, это и есть изучение наук ислама. Представляете? Лучшее, куда можно расходовать наше драгоценное время, это и есть изучение религиозных наук. Порой мы тратим их и напрасно бывает. Потому что «Аль-Ильму яхрусу», как говорится, «Ильму защищает, сохраняет тебя». Но имущество, которое мы приобретаем, мы должны его сохранять. Наука сохраняет, защищает нас, но мы сами должны, бываем, защищать и охранять имущество, которое мы приобретаем. Так у нас появляется возможность подарить своему сыну, как говорится, охрана в этой жизни и будущей жизни. Это и есть религиозная наука. Потому что, как говорится, «Аль-Ильму яхрусука» – «Ильму тебя защищает». Но имущество тебе приходится охранять. Порой иногда, к большому сожалению, и нас самих приходится охранять. Но религия ислам и наука ислама всегда нас оберегает. Так что нам, как родителям и опекунам наших младших, мы всегда должны прививать любовь и наставлять наших младших к обучению религиозных знаний. Обратите внимание, из жизни наших предков есть такой случай. Рахим Аллаху Абу Ханифа, когда преподавал уроки исламские науку, когда преподавал, у него был образованный такой вот повседневный урок. И тогда приходит маленький такой малыш, Абу Юсуф. Он посещает его уроки. Юноша, маленький очень, даже в младенческом возрасте. И за ним всегда приходит мать его, за руки берет и оттаскивает его всегда. Оказывается, она его дала на работу, чтобы он чуть хотя бы подрабатывал себе, и каждый день он получал половину дирхама. Мать его всегда забирает с урока на работу. Оказывается, у него отца не было. И дома обстоятельства не позволяли изучать эти образования. И как-то раз заметив это, рахим Аллаху Абу Ханифа обращает на него внимание, обращает на его проницательность этого малыша. Он не уходит от работы играться, а приходит на уроки. Представляете, малыш еще маленький. И матери он говорит, может, вы разрешите все-таки вашему ребенку учиться?
Она говорит, слушайте, у него отца нету. Ему приходится себя обеспечить. Он должен работать. Так что оставьте моего сына и не портите моего сына, говорит она ему. Абу Ханифа говорит, не портите моего сына. И забирает. Но он всегда возражает своей маме, каждый день приходит на уроки. Как-то раз, когда она опять за ним пришла, он говорит, может, вы все-таки его оставите? Оставила она его. Он его подозвал после урока, говорит, Рахмалу Абу Ханифа, говорит Абу Юсуфу, возьми вот эту вот кармашку. Там была маленькая подушечка, 100 дирхамов. Ему хватало пол дирхама в день. Он сказал, когда закончится, обращайся опять ко мне. Вот так они уделяли внимание. Он же ведь, Абу Ханифе, не был сыном. А мы своим сыновьям столько внимания уделяем? Навряд ли. И вот так обучается Абу Юсуф. И как-то раз, когда мать возражает, Абу Ханифа говорит, вы, если переживаете, что вашему сыну не будет нечем жить, то посмотрим, скоро он будет употреблять пищу королей. Намекнул он, Абу Ханифа. Проходит время, Абу Ханифа, рахмаллаху, уходит в жизнь иную, и Абу Юсуф становится большим алимом. И он получает имя Казиль-Кузат, судья судей, потому что он по всему халифату распределял судей. И как-то раз Харун Рашид, сам халиф, в гости позвал Абу Юсуфа. Они сели и принесли ту пищу, которую тогда еще говорил Рахмала Абу Ханифа. Харун Рашид сказал, Абу Юсуф, начинай употреблять. Даже мы не каждый день получаем эту. И он засмеялся. И говорит Харун Рашид, в чем дело? Абу Юсуф говорит, ничего. Но все-таки Харун Рашид очень настойчив и попросил, расскажи, в чем дело, почему ты улыбнулся? Он говорит, знаете, когда я был малышом, когда мать меня на работу отправляла, Абу Ханифа попросил меня на уроки оставлять, мать сказала, что ему нечем будет себя обеспечить. Абу Ханифа сказал, рахим Аллаху, что он употребит пищу королей. А вот сегодня вот она уже передо мной. И Харун Рашид говорит, тогда он не сказал это, смотря глазами, которые воочию видят. Он это сказал глазами разума, сказал Харун Рашид Абу Юсуфу. Так что нам следует смотреть вперед всегда глазами разума. Всевышний Аллах на себя взял обеспечить нас уделом материально, но не сказал, что воспитание на мне оставьте. Он сказал, я обеспечу вас, каждое живое, что на этом свете есть, я риск удам, сказал Аллах. Но не сказал, что я воспитывать буду вас. Воспитывать нас должны наши старшие, родители и, конечно, друг друга. Почему? Потому что в Коране говорится, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بَعْدَ الْبَسْمَلَى. Там говорится, вы друг другу помогаете в благоугодных деяниях. Не оставляйте соседского ребенка из-за того, что им не до того, чтобы его обучить религиозному образованию. Мы же можем им намекать, можем попросить, что он там тут играется, давай с моим сыном заведем его в мечеть, в медресе. А кто знает, может у него получится изучать, может выдающийся ученый выйдет из него, полезный человек для общества выйдет, и вознаграждение нам будет с этого идти. Так что говорится, «Талибуль ильми фиссабилиллахи кальмуджахидун». Человек, который снискивает
религиозное образование, он на пути Аллаха так же, как и человек, который находится в газавате. Если даже он покинет этот свет, он уйдет, имеется в виду шахидом. Так что человеку цена того, чего он знает. Говорится, «Каймату кулимри ин маакана юхсинуху». Цена каждого человека – то, чьим он владеет. Так что, когда человек владеет религиозными образованиями, Всевышний Аллах его никак не унизит. Говорится, что мы же говорим, к судному дню этот ислам слабым становится, религия слабым станет, и вообще образование религиозное, она начнет покидать этот мир. Она просто так не уйдет. Эта наука уходит тогда, когда ученые уходят с этого мира. Говорится, четыре причины тому, что религиозные науки станут слабеть. Какие они? «Ля яхмалуна бима яхаламун». Люди перестанут соблюдать того, чего они знают. Ведь столько хорошего вы знаете. А почему мы ограничиваемся над собой, не передаем его дальше? Думаем, что имам должен этим заниматься. Нет, каждый из нас должен заниматься тем, чтобы передавать дальше то, чего вы знаете из хорошего. И остерегать людей от того, чего мы знаем из плохого. Этим должен заниматься каждый из нас. Вот почему говорится, слабость ислама постигнет тогда, когда люди перестанут поступать, делать амал, соблюдать того, чего они знают. Второе. «Ваяхмалуна бималя яхламун». Начнут люди делать того, чего они сами даже не знают. Представляете, молодежь, просто на улице молодежь, как нечего делать, обсуждают атрибуты Всевышнего Аллаха. Ученые, самые мутаалимы, ученые, которые даже лет 5 и 10 лет обучались, имеющие высшее образование ребята, не берутся обсуждать атрибуты Аллаха так просто и без никаких-то там остережений, как эти ребята на улице просто так обсуждают атрибуты Всевышнего Аллаха. Если как-то кто-то ошибется, там он может выйти из ислама. Так что слабость ислама постигнет тогда, когда человек делает того, что он не знает. Третье говорит, причина слабости ислама – «Ла ятааламуна ма ла яаламун». Люди перестанут изучать того, чего они не знают. Перестанут изучать лень в изучении ислама. Вот тогда тоже слабость ислама ожидается. И четвертая категория – это самая плачевная категория людей. «Ваямнауна наса ани тааллюми». Они будут ограждать людей от изучения религиозных знаний. Сейчас мы подумаем, а кто этим занимается? Кто же занимается тем, что они будут ограждать людей от изучения религиозных знаний? Мы думаем, что их среди нас нету. Но если посмотреть в зеркало, порой можно увидеть этих людей. Почему? Потому что, когда мой сын поступает в медресе, я ему говорю, сын, ты же жить должен. Семью кормить нужно. Дом построить надо. А ты просто изучил религиозные знания, это все у тебя не будет. Давай сперва иди или в медицинский, или же в какой-либо другой университет, а потом, если будет время, можешь в медресе пойти. Вот очень нежно и мягко мы сами этим занимаемся. И даже вот такие вот есть учреждения, где оба вместе дается образование. И религиозное, и светское.
И даже туда порой я ему не советую. К примеру, Дагестанский гуманитарный университет. Там оба образования параллельно можно получить. Дагестанский исламский институт. Оба можно получить. Порой даже туда не советую. Я ему советую просто пойти изучать знания, которые отдалят его от религиозных знаний. И я себя не считаю тем, кто ограждает его от религиозных знаний. Но это, к сожалению, так. Абу Хурайра, рахим Аллаху, мы, когда сталкиваемся с какими-либо трудностями, или же сталкиваются наши сыновья с трудностями, мы, думая, что любим их, позволяем им перестать изучение религиозных знаний. Но давайте обратим внимание, легко ли было с подвижником изучать религиозных знаний? Разве Аллах Анху, Абу Хурайру, Абдур-Рахман его настоящее имя, его находили в обмороке. Когда спрашивали, в чем дело, что стало, он сказал, я давно ничего не покушал. Но он самая большая доля хадисов от пророка, он нам передал. Абу Хурайра, рахима Аллаху. Один из самых бедных сподвижников был, можно сказать. А сейчас давай посмотрим, вот сейчас он бедный или богатый? Столько он от пророка, алейхиссалату вассалам, нам науку передал. С пророком вот так вместе прожил свою жизнь. Как пророк, алейхиссалату вассалам, обещает, кто кого полюбит, он вместе с ним и будет. Вот сейчас он, наверное, с кем он? Нет. Бедность этого мира очень простая вещь, но бедность религии, она намного опаснее, чем бедность материальная. Вот почему говорится, духовная, религиозная бедность намного опаснее, чем материальная бедность. Намного опаснее. Так что надо защищать и охранять наших детей от бедности духовной, нежели чем материальной. Потому что духовная бедность остается навечно. Но материальная бедность, она скоротечен, очень быстро проходит. Разве Аллах Анху, Абу Хурайра однажды сидит в выходе мечети. Дома нечего употреблять, голоден он и слаб. Он говорит, я сидел, чтобы спросить о каком-либо аяте смысл Абу Бакра, разве Аллаху Анху, думая, что хоть он меня домой возьмет, может, у него есть чего употребить. Выходит Абу Бакр, он спрашивает. Абу Бакр просто отвечает ему и уходит. И Абдур-Рахман понял, что у него тоже дома нечего кушать. Было бы что, он бы меня взял. Приходит Умар Асхаб, разиаллаху анху, спрашивает смысл аята. Умар Асхаб тоже понимает, зачем он спрашивает. Умар Асхаб тоже отвечает и проходит мимо. Значит, у него тоже нечего было дома кушать. И когда выходит пророк, алейхиссалату вассалам, он спрашивает пророка смысл аята. Пророк не ответил, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, последуй за мной. Потому что Мухаммад знал, саллаллаху алейхи ва саллям, что он голоден. А ответ на этот вопрос, что Абдур-Рахман знает, тоже знал пророк. Но эта бедность и трудность давно прошла уже. Но они приобрели религиозные богатства, которые никогда их больше не покинет. Мы, наверное, в раю их даже как звезды будем видеть. По соседству вряд ли мы их увидим, смотря на их степень и нашу степень. Но пророк обещал, и мы имеем надежду, саллаллаху алейхи ва саллям, что кто кого полюбит, они вместе будут. Вот эта любовь может и нас поселить рядом с ними. Но смотря на старания, нам не на что надеяться. И пророк, Аллах его взял домой, и пророк спрашивает, представляете, пророк спрашивает, есть дома чего-либо?
Когда пророк на намаз уходил, не было дома ничего. И жена говорит, да, кто-то принес стаканы, деревянные такой кувшины, молоко. И пророк отправляет Абу Хура, Абдурахмана, идите позови всех, кто в мечети, мы их напоим молоком. И Абу Хура думает, я голодный, молоко мало, молока мало, кому он хватит? И он позвал, всех напоил баракатом пророка, алейхиссалату вассалам. И Абу Хурара последний выпивает и говорит пророк, алейхиссалату вассалам, выпей еще раз. Он выпивает. Пророк говорит, еще раз выпей. Он выпивает. И когда он третий раз сказал, он сказал, я уже сытый пророк Мухаммад. Все-таки выпей, сказал он ему. Потому что он тогда подумал, кому он хватит. Вот такой баракат у них было. Почему? Потому что у них была сила в имане. А у нас, альхамдулилля, то, что это имеется возможность усилить и сами. Но мы всегда надеемся на то, что пророк, алейхиссалату вассалам, при жизни еще позаботился о нас. Называл нас братьями. Теми, кто он любит нас. Почему? Потому что он сказал, они мои братья, почему? Потому что они уверовали в меня и последовали за мной, и даже не увидев меня. Не увидев меня. И он назвал нас братьями. Имам Ан-Навави, рахима Аллаху, говорит однажды, мы всегда по хадису видения называем этого человека Абу Даудом. Абу Дауд. Имам Ан-Навави говорит, аль-имаму Сиджистани, ху это и есть Абу Дауд. Однажды, говорит, он со своими учениками идет в мечеть. Там сесть, собраться и урок проводить. И один засмеялся и начал издеваться. Вы, люди, которые изучаете эти религиозные образования, говорят, что вы по крыльям ангелам ходите. Смотрите, не ломайте этих ангеловских крылья, говорит он. И издевается этим. Навави, рахим Аллаху, говорит, у этого человека на месте высохли оба ноги. Вот там же он и умер. Имам Навави передает вот это вот. А человек, который шел с учениками, это и есть Абу Дауд. Великий ученый, хадисовед. И тот начал издеваться. Значит, получается, все-таки наши дети, которые изучают религиозные знания, ходят по крыльям ангелов. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, так сказал. Хотелось бы вам иметь сына, который ходит по крыльям ангелов? Хотелось бы нам самим ходить по ним. Но ведь имеем же возможность. Но ведь имеем возможность. Почему не ходим? Там не говорится, что после 40, после 50 это не дается. Там говорится, человек, который изучает религиозные знания, ангелы своих крыльев расстилают под их ноги. Если мой ребенок по лужам ходит, я его ругаю, говорю, зачем ты по лужам ходишь, так ведь грязно. Потому что здесь сухая, ровная дорога. А мы сами почему по асфальту ходим, когда мы имеем возможность ходить по крылам ангелов? Если мы хотя бы в день по полчаса выделяем на изучение религиозных знаний, мы ведь тоже по лужам, получается, ходим. Имеем возможность ходить, хоть мы и не видим под крылом ангелов. Ибн Аббас, разиаллаху анху, получается, дядя пророка, алейхиссалату вассалам. Пророк до его рождения идет домой и говорит матери Ибн Аббаса, у вас будет сын. А радуйтесь, у вас будет сын. Она удивлена. Откуда хоть узнал, что я жду ребенка? Ведь никто не знал. Пророк, алейхиссалату вассалам, обрадовал, потому что эта радость ему была сказана, что таким он и будет. Ибн Аббас, радиаллаху анху, родился. Ибн Аббас, радиаллаху анху, как родился, он 9 лет уже выучил наизусть Коран. Когда его называли человеком, который
знает глубоко исламские науки, ему было всего лишь 13 лет. Когда пророк, алейхиссалям, покинул этот свет, Ибн Аббасу было всего 13 год. Но написанного Корана еще у него на руках не было. Но он его уже наизусть знал. А наши дети имеют возможность держать в руках Коран, целый Коран, уже собранный, написанный. А он еще этого не имел возможности, но он его давно уже наизусть знал. Вот так они старались. Вот так они старались изучать религиозные знания. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что он, Ибн Аббас, о каждом аяте, о каждом причине, по какому поводу был ниспослан этот аят, Ибн Аббас спрашивал. Он интересовался. Вот почему он это и знает. Нам тоже стоит детей в эту сторону направлять с детства. Они тоже смогут. Всевышний Аллах говорит, я помогу тому, кто изучает Коран. Я помогу, говорит Всевышний Аллах. Иншаллах, мы получим эту помощь. Обратим внимание на это. Вот столько у нас науки. Вот мы сказали, что основная наука у нас в религии, ислам, это и есть единобожие, тавхид, как мы все и говорим. Пророк, алейхиссалам, с этой наукой, исламским образованием пришел один на этот свет. Превратил всех мусульман в братьев. И сказал, что вы, мусульмане, братья, сказал пророк, алейхиссалам. И научил нас этому единобожию. Давай сейчас посмотрим, какова вытекающая смысл от тавхида. От тавхид – единобожие. Плод единобожия – это единство в обществе. Вот мы же столько кто говорим, мы, из нас все говорят о тавхиде. Но плод тавхида – это единство в обществе. А где плод? А где плод? Ведь тавхид, который мы изучаем, это тот же самый тавхид, который пророк, алейхиссалам, обучал и изучал. Мы тоже изучаем ту же самую науку, которую пророк, алейхиссалам, передал. Плоды у них наблюдались, потому что у них было единство в обществе сподвижников. Друг друга они братьями считали. Давай обратим на нас внимание. Мы тоже, читая ту же самую науку, мы тоже являющиеся каждый из нас являясь из уммата пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, почему то же самое явление не наблюдается в нашем обществе, когда мы изучаем ту науку, называемую тавхид? Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, очень настоятельно говорит. Представляете, как пророк, алейхиссалату вассалам, говорит? Он сказал, Ат-Табарани приводит этот хадис, 7461 номер этого хадиса. Ат-Табарани говорит, «Хабибуллаха илян наси». Делайте так, чтобы люди полюбили Аллаха, а не самого себя. Когда мы про тавхид или про какое-либо исламское образование, науку говорим, мы не должны призывать людей, чтобы они нас полюбили. Пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, призывай людей, чтобы они полюбили самого Аллаха. А потом, когда они полюбят Аллаха, то к вам будет проявлена любовь ради Аллаха. Ведь ради Аллаха же любовь намного крепче и сильнее. Вот если бы каждый из нас в обществе призывал людей, как пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, и через тавхид, и через другие науки ислама призывали бы мы людей к любви к Аллаху, а не к каждому из нас, то наше общество было бы хотя бы на 50%, как тогда, единым. Наша ошибка в том, что у нас цели разные. Иначе и не может быть. Вот почему плоды наших наук не наблюдаются. Иншаллах, с милости Аллаха и нашими стараниями мы можем это изменить. Потому что Всевышний Аллах сказал,
не меняю я состояние людей, пока они сами не поменяют свое состояние. Это аят, смысл аята. Значит, мы, меняя свое состояние, имеем гарантию, что Всевышний Аллах поменяет наше состояние к лучшему. Значит, постараться и получить это есть шансы. Так что однажды пророк, алейхиссалам, к пророку подходит Умар ибн Хаттаб, рази Аллаху анху, и ибн Хаттаб ему говорит: «Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, я тебя люблю. От своей семьи больше люблю. Больше, чем своих детей люблю. Но больше себя полюбить не смогу». И пророк говорит: «Умар асхаб, ради Аллаху анху, у тебя еще иман несовершенен. Пока ты меня не полюбишь больше себя», ради Аллаха имеется в виду. Он не имел в виду, что пророка полюбил больше Всевышнего Аллаха. Он сказал: «Пока ты меня не полюбишь ради Аллаха больше самого себя, у тебя вера несовершенен». Это обращение каждому из нас тоже. Значит, любовь к пророку – это гарант к совершенству нашего имана. Любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, как говорится в этом хадисе, это и есть гарант того, что мы усовершенствуем свой иман. А не изучая жизнь пророка, можно его полюбить? Конечно, нет. Потому что, не зная чего-либо, любить не имеем возможности. Чего-либо надо узнать, потом мы сможем его полюбить. Не зная, невозможно его любить. Значит, мы должны изучать жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы укрепить свой иман. Вот почему в любом книге, перед тем, как даже про намаз рассказывается, что наши дети должны знать, где был пророк, алейхиссалату вассалам, рожден, кем он был, куда он переселился, родители пророка, имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и где он похоронен. Вот эти вот порции о жизни, о самом пророке обязательно надо давать нашим ребенкам даже до того, как его обучать намазу. Вот такой вот важный аспект изучать жизнь и описание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вам я очень благодарен за ваше драгоценное внимание. Вам спасибо. والحمد لله رب العالمين. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناكي.